Совершенно неизвестно, что-то завтра с нами будет. Ведь об этом, очевидно, знает только жизнь сама. Под луной ничто не вечно, но стареют в мире люди чуть быстрее, чем деревья, и быстрее, чем дома. Петербургский дом обычный, петербургский дом печальный, петербургский дом старинный. Век назад в домах таких, веселясь, плясало пламя за решеткой у каминной и отбрасывало блики на лепные потолки. Перекрашены фасады, переклеены обои. Все прошло уже, и больше не случится ничего. Только каменное сердце вдруг сжимается от боли. Это плачет дом о людях, уходящих из него.